Я был на фестивале, человек рассказывал, как он кругосветку отправился без денег, без знания языка. Просто вышел на остановку, и тут ему взбрело в голову поехать в кругосветку. Вот. Ну, возможно, он подготовился немножко, там открыл визы, или была одна виза, потом решил пооткрывать другие по пути. Вот. И он рассказывал, как он остановился, значит, в Испании надо было, ну, по Европе, в принципе, можно добраться. Вот. А как ему добраться до Америки из Испании, он не знал. Он там в порту вначале тусил, хотел просто притереться, чтобы его уже хоть узнавали, что он тут как будто живет. Хотел на корабль попроситься. Он ходил, ходил, уже его все уже его как бы запомнили, он всем примелькался, но никто его не брал никуда. И один человек подошел и сказал: «Слушай, вот у меня как бы есть выход на начальника порта. Давай я с ним попробую поговорить насчет тебя». И взял его с собой к нему в кабинет. Кабинет его не пустили, разумеется. Но он слышал дикий ор, как этот начальник просто орал там всем неповторимым испанским фольклором. Вот. В конце концов этот человек выходил, говорит: «Нет, тебя не возьмут на корабль». Говорит, ему легче было купить тебе билет на самолет, чтобы ты свалил отсюда как можно быстрее, и дал ему этот билет, понимаете? Таким образом он смог перелететь в Америку. То есть это о том, что если ты хочешь что-либо достичь, и ты искренен в своем желании, тебе будет помогать вся Вселенная.